Эту скатерть с калачайской вышивкой я приобрела не так давно на блошином рынке в Будапеште. Посмотрите, какая сохранность цвета у нити. Это обычное хлопковое малине, но оно очень-очень переливается. Скорее всего, это была ткань с нанесенным рисунком. Где-то, наверное, 60-е года, может быть, чуть позже. И вышивальщица уже сама подбирала цвета и вышивала по своему вдохновению. Потому что вот здесь вот совершенно нетипично для калачайской вышивки смешение цветов. Но в целом, конечно, она очень интересная. Видно, что, может быть, не самая искусная вышивальщица выполняла эту работу. Но мне она очень понравилась. С этой скатертью я пока не готова расстаться, решила оставить ее себе для коллекции, как образец не совсем традиционной, но не менее прекрасной калачайской вышивки, знаменитой венгерской калачайской вышивки.